Здравствуйте, друзья! В одном из комментариев мне писали, почему вы не посадите араукарию разнолистную в открытый грунт. Она у вас в Сочи растет. Ни разу не видела. Видела только араукарии чилийские, но они повыносливее. Вот. А здесь увидела своими глазами араукарию разнолистную в открытом грунте. Так, я тут собачка, она меня тянет. Так, сейчас я ее приближу. Лапочка, стой. Вот она. Вот она. Видно, что растет давно. Видно, что у нее ствол. Сейчас я поближе подойду. Во-первых, мне вот этот дом нравится. Как Файстверк. И еще с геранями красными. Все как мы любим. И смотрите, вот эти горшки. Это тоже вот их частная инициатива. Тротуар этот, ну, общественный. Но вот они горшки выставили вот с этими растениями. Ну, в общем, все как я люблю. А еще лет 5 назад у них еще там и павлин орал. Вот, но сейчас павлинов уже не слышно. А вот мандаринки, сейчас мы дорогу перейдем. Бежим, 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 бежим. А вот мандаринки-то у них растут здесь. Вакунчик, пошли. Вот не поленились люди, горшки принесли, все посадили. Вот люблю такое. И дом вот этот с геранями, летом их намного больше. А сейчас мы подойдем к араукарии. Вот она. Вот она араукария, у нее видно, что 2 ствола. Даже, наверное, там 3. Это вот как и в горшке продают. Несколько стволов. Их не рассадили. А, ну вот я просто... Вот. И мне неудобно снимать. Все-таки это частный дом. И к чему я? Все-таки растут. Да, растут. И я бы свою бы тоже высадила бы в открытый грунт. Но у меня места нет. Поэтому она у меня будет в горшке расти. Но, да, слова подтвердились. Сочи, араукария разнолистная. Вполне себе вырастает и растет в открытом грунте. Площадка открытого кафе. Ну да, здесь столики. И вот я смотрю, посадили стрелицию королевскую. Ее посадили в начале зимы. Еще думаю, отчаянные ребята. И в принципе у нас было -1.5. И стрелиция, смотрю, ну она живенькая. Ну конечно такая не совсем активная, но довольно-таки живенькая. Так что стрелица молодец, она выдерживает. Но если бы были сильнее морозы, выдержала бы она. Не факт, вообще не факт. А так красивое место. Интересно, зацветет она у них или нет. Ну вот будем теперь наблюдать. У нас теперь появился пункт наблюдения за стрелицей королевской в открытом грунте. Потому что у меня она растет в горшке и в загородочке.